Здравствуйте, сообщество YouTube. Сегодня я вам немножко покажу сейчас город со стороны востока. Вот впереди город еле виден из-за зелени. Сейчас уже все как бы в зелени утопает. Настоящее лето у нас. Вот там вот видно трубы содового завода. Такое вот чистое поле. Сегодня побываем мы на городском пляже, который впереди нас, но его тоже не видно. И посмотрим, как празднуют 1 мая в городе Красноперекопске. Сейчас идем к сцене, там дети танцуют, хороводы водят. Лена, беги! Торговля. С детьми занимались аниматоры. Была музыкальная программа. Также вы набирали 4 группы, которые проводили игру квест. Было несколько конкурсов, победители потом награждали. Жарили шашлыки. Многие просто сидели, отдыхали под музыку. Многие непосредственно участвовали в мероприятии. Конечно, сегодня некоторые уехали, больше, наверное, часть населения сегодня по шашлыкам, кто на дачах, кто в частном секторе, а кто-то вот решил приехать и так в обществе провести приятное время. Озеро наше вот такое вот, уже не полноводное. Раньше, конечно, было глубоко, и пляж был на очень достойном уровне. Привозили свой песочек, подсыпали. Была пресная вода питьевая, был душ, туалет. В общем, пляжик для отдыха был приспособлен, даже водные велосипеды. Ну, с тех пор, как озеро начало высыхать, стало здесь меньше гораздо. Хотя и до сих пор есть люди, которые приезжают, отдыхают, загорают. Но в основном это те, кто лечит свои суставы. Дальше я вам покажу, как озеро выглядело осенью. Как оно выглядит за дамбой. Дальше будет интересно. Ветер, мало воды, а раньше здесь вот в этом месте, где я стою, было дно, воды было очень глубоко здесь. Соль. А вот так было осенью 2017 года. Видите, вода высохла в сентябре. Полностью практически, там вдалеке немножко осталось. Чем меньше воды, тем более розовое становится озеро. А белое-белое это все соль, как будто бы снег лежит. Такие ванночки. У них есть возможность помочить ножки, полечить. Здесь действительно лечебная ропа с огромным количеством минералов. И люди все равно приходят, вот видите, типа сиденьца сделали и пытаются там все-таки посидеть, полечить ноги свои. Две ванночки вот такие, грязь набирают. Так вот выглядит это все к осени. Конечно, раньше это здесь было очень глубоко. Дальше дачки тут рядышком. Вот.
А вот так вот выглядит это же озеро, только за дамбой. Вы видите, тот же самый сентябрь, но здесь воды очень много. Почему? Да потому что сода перекачивает с Севаша для себя сырье сюда, в это озеро. И с этой стороны она лазурная водичка. Одно такое белое. Оно просто от соли отшлифовано. И гладенькое. Так вот красиво смотрится это все.